spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлены мультипликаторные катушки, входящие в серию T3, производителем которой является популярная японская компания Daiwa. Линейка состоит из 4 моделей с одинаковым весом 180 граммов, но с различным передаточным числом, которое может составлять 6,3 или 7,1 к 1. Есть право- и леворукие варианты. Давайте поближе рассмотрим экземпляр с индексом 1016HLTW. T3 имеет весьма необычный дизайн и относится к низкопрофильным катушкам, или как их зачастую называют, мыльницы. Модель выполнена в серебристом цвете, а при производстве корпуса и боковых крышек применен запатентованный графитовый материал ZN, который легче алюминия, но прочный как магний. Отдельно отметим реализацию концепции Real 4, что обеспечивает высокую надежность механизма. Плавность хода достигнута за счет установки 9 подшипников, 8 из них шарикового типа и 1 роликовый. Отличительной особенностью этих моделей стала оригинальная система T-Wing System, или сокращенно TWS. Нажимая на клавишу, мы производим разблокировку шпули и одновременно открываем верхнюю крышку. Спереди расположен лесоукладчик с использованием бесконечного винта. Обратим внимание на Т-образную форму глазка. Во время заброса леска движется внутри широкой горизонтальной части. Таким образом, достигается более дальний полет приманки. При начале подмотки крышка автоматически защелкивается, и леска опускается в нижнюю прорезь. Облегченная рукоять имеет изогнутый профиль и оснащена двумя плоскими кнопками. За один оборот выматывается 67 или 75 см шнура. Под ней находится звездочка мультидискового фрикционного тормоза UT-Drag. Максимальная нагрузка составляет 5 или 5,5 кг. И что особенно хочется отметить, наличие трещотки, которая помогает осуществить максимально точную настройку этого узла. Рядом мы видим регулятор осевого тормоза с микрокликом. Также катушка оснащена магнитным тормозом MagForce 3D. На противоположной крышке снизу предусмотрено 3 стандартных положения этой системы. Вы можете выставить максимальное торможение, так сказать, универсальный режим или дальний заброс. Более точная регулировка осуществляется отдельным колесиком с 20 положениями. Чтобы снять боковую крышку, необходимо нажать на специальную кнопку, затем сдвинуть ее вниз и аккуратно отсоединить от корпуса. Внутри установлена облегченная шпуля с перфорацией на внутренней поверхности. Ее вес равен всего 15 граммов. Лесоемкость составляет 100 метров лески диаметром 0,33 мм. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.